В Креветческом музее продолжает работу выставка личных вещей Людмилы Гурченко. Уникальная коллекция приехала в Люберцы из московской квартиры актрисы. В настоящее время там работает музей. Его директор и муж народной артистки Сергей Сенин накануне посетил Люберецкую экспозицию. Юдашкин, Зайцев, Ковали – это не имена участников модного показа. Это лишь некоторые из великих кутюрье, которые шили для Людмилы Гурченко. Всегда яркая и эксцентричная. Женщина с фигурой статуэтки в экстравагантных нарядах. Такое она представляется зрителю. Однако же в обычной жизни, рассказывает ее муж Сергей Сенин, Люся была совсем другой. Она была человеком очень скромным. Очень деликатным, очень тихим. Работа была настолько важна, и она настолько фанатично была и предана, что если бы она еще в жизни соответствовала каким-то ролям, то у нее просто сил бы не хватило. Вот на что актрисе хватало сил, так это на создание своих творческих образов. С иголкой и ниткой в руках она порой переделывала под себя даже платье от кутюр и никогда не позволяла себе появляться на публике два раза в одном и том же наряде. Это платье цвета фуксии, оно авторство Ковали, но все вставки, то, что вы видите, то есть это и в передней части декорированные, и плечи, это все доработка Людмилы Марковны. Она никогда не выбрасывала обрезы и, в общем-то, собирала красивые гипюр, кружева и вот подобные вещи. Это винтаж. Вся эта коллекция собрана, можно сказать, из воспоминаний о детстве, об учебе во ВГИКе, о людях, с которыми работала Гурченко. Вот фотографии Екатерины Рождественской, вот часы из Гжели, которые подарил Людмиле Марковне Эльдар Рязанов, а вот жаккардовое пальто из ее последнего фильма. В этом платье народная артистка выходила на сцену в образе предводительницы преисподней. Огромный огненно-красный шлейф развивался и требовал особенного искусства в движении. И, возможно, это был самый элегантный дьявол в истории русского театра. Ее движения такие легкие, все. Пела она замечательно, но вот, ну что можно сказать, все вот это брало за душу. Не оставляла зрителя равнодушным уникальная способность актрисы к перевоплощению. От романтики и нежности до иронии и фарса. Фильм «Пожалуйста, любовь и голуби». Вот это выражение, когда она пришла к Надежде, говорит, что вот забрала у нее мужа. Как она, о, деревня, Людка, а Людка. Вот это вот что-то было, вот, знаете, вот. Выставка «Звезда эпохи» в Люберцах продлится до конца лета, заверил поклонников Сергей Сенин. Остальную часть коллекции Людмилы Гурченко, более 800 платьев, костюмов и украшений, можно увидеть в той самой московской квартире, где супруги жили последние 10 лет и где в роскошных интерьерах хранится душа народной артистки. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.